При подготовке материала с журналистами по вопросу борьбы с экстремизмом и терроризмом допускаются следующие классические ошибки. Отсутствуют источники информации, рекомендации, указать источник информации, разная статистика, проверить источники статистических данных, отсутствие информации о том, когда и кем запрещена организация, указать, каким органам, когда и за что была запрещена организация. Допускаются ошибки в названиях ведомств, которые являются важными или их названия пишутся в сокращенном виде. Проверить название ведомств и при первом указании названия раскрыть сокращенные аббревиатуры. Акцент на негатив. Начинайте с позитива. Использование описаний сложных для восприятия. Используйте простые и понятные слова. При указании того или иного нормативного правового документа отсутствует год, статус и информация о том, кем он был принят. Важно указать время принятия документа, так как действует принцип «закон не имеет обратную силу». Помните, что запрещается пропаганда и агитация, разжигающая религиозную вражду, создание и деятельность общественных объединений, пропагандирующие религиозную вражду. Не допускается дискриминация по признакам национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. На заметку во избежание иска в отношении журналистов в материалах не использовать оскорбительные слова в адрес той или иной группы и язык вражды. Не использовать личные данные фотографии без получения согласия. сохранить материалы на нескольких носителях. Следует быть особенно внимательным при упоминании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной принадлежности в материалах, поскольку неосторожное использование этих признаков может создать негативные стереотипы в отношении определенной группы и создать отрицательные настроения в обществе. Строго придерживайтесь фактов, избегайте обобщений и домыслов, четко отделяйте факты от оценочных суждений. Избегайте любых форм собственной интерпретации события. Задача журналиста — информировать аудиторию, а не манипулировать мнениями и тиражировать необъективные и предвзятые домыслы. Необходимо объективно и беспристрастно предоставить различные точки зрения и дать возможность аудитории сделать вывод на основании фактов. Всегда обращайтесь за комментариями к компетентным экспертам и специалистам. Перед тем, как распространить материал, Необходимо проконсультироваться со специалистами для снижения рисков.